Экстремистские материалы в Центральной универсальной научной библиотеке находились в свободном доступе. Нарушения законодательства противодействия экстремизму были выявлены в результате проверки прокуратуры Ленинского района и сотрудников областного МВД России. В помещении фонда основного хранения находилась книга «Что такое саентология», внесенная в федеральный список экстремистских материалов. Доступ к этой литературе мог получить любой посетитель библиотеки, предъявивший читательский билет. По итогам проверки указанная книга была изъята из фонда основного хранения библиотеки и помещена в специально отведенное место. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а исполняющий обязанности директора библиотеки заплатит штраф 2000 рублей.